Часы Орловский часовой завод. Состояние корпуса. Небольшие две царапинки, они так мне достались внизу. Маятник. Позолоченный циферблат. Имеется паспорт. Паспорт. И указан дата 58 год. Дата выпуска. То есть родные крепления были. Я снял. Крепились струны. Ключ. Сейчас посмотрим работу часов. Часы прошли профилактику опытным часовщиком, настройка боя, чистка механизма. Столько лет все-таки стояли. Получается, часам 59 лет. Крючочки все на месте. То есть родные. Бой. Молоточки. Три струны. Сейчас будет ровно 12. Посмотрим бой. Время ровно 12, идут точно. Ход я обязательно проверю. Отставание вперед-назад можно отрегулировать маятником, где есть винт. Ну все, на этом все, пожалуй.